Всем привет, с вами Макс, со мной Лиза. Привет. Да, и мы будем нагибать папчик. Все. Оригинальное, конечно, начало, но я ничем больше не могу придумать. Ты на мид пойдешь? Я нет, я саппортить пойду этому. А, медузами. Блин, не хватит. Ты кого у нас, значит, спектру пикнула? А, нет, ВД? Нет, не, вообще у нас пик мощный, если его реализовать еще как надо. Ну да. Если медуза будет прокачивать чит, а то в прошлой игре играл за Пуджа, там медуза тут на 13 минуте чит качал. Ну, это дура медуза называется. Это вообще. Вот ей сейчас что качать надо? Этот второй и третий скилл, и все да. Пока что. Первый ей не нужен. Да, только первый, терапира будет. Первый ближе к лейту, когда дэмэш есть в руке. Короче, такой получается у нас женский взгляд на доту немного. Ну, как наполовину женский. Сейчас посмотрите, как у нас умеет Лиза тащить. За саппорт. Ой, я еще и фармить пытаюсь, отлично. Я тоже. Ну, спектра что-то так не очень фармит. Мне просто мирант насилует. Ой-ой-ой. Ой-ой-ёшеньки. Ой, меня сейчас забьет Миранта. Чё, тогда магат. Два танка схавал, зашибись за раз, просто. Озверел. Отлично. Ой, я фармить пыталась опять. Вот шейкера я боюсь. У нас трипла, кстати говоря, у вас одна Мирана соло стоит. Я думала, кто-то лесом пошел. Честно. И не достаю. Похилю спектру. Немножко. Сейчас Мирана проседает очень под моей тычки. Как и я под нее. Может начать динать крипов. Вот хорошее дело, кстати. Я им вообще ни одного крипа не доздинаю. Еще. И у меня тут будет на фрифарме практически. А, там они триплать по свой дом. Блин, ну, шейкера я пока не вижу. Он, наверное, в лесу фармит на этих отводах. Ну, или да. Пытается пока стакать крипов. Потом как отведет, отведет. Полезу в спектра. Потеряла большую часть хп. Куда-то Миран побежал. Сейчас и теперь к крипам не подойдешь. Посмотри вот на Миран. Ой, блин, надо здесь же варды поставить, я с вардами бегаю. Так и не поставил. Поставь вот сюда вот и вот сюда. Или куда-нибудь. Ну сейчас, чтобы у них тут. Ой, вот. Чуть. О, господи, ты бы видел, что сейчас произошло. Миран опустил стрелу, я немного отошла, и она немного не долетела. О, господи, она с ДД. Не, мы должны тут с этим, с Тускаром сделать ферстблот. Хотя бы из кого-то, хотя бы из этого аппарата. Сейчас нас Миран ферзволт сделает. Да, в принципе, не должна там что у вас. Так она стрелой бы попала, но она закончилась ровно когда я прям перед ней стоял. Просто, я думала, попала на стрелу. Так, шейкер. Ушлепок обходит. На танк съешь спектра. Ходит на лол хп, о господи, стрелы Мирана. Сейчас спектра ФБ отдаст. Танк или съесть. Что не надо, ты сейчас умрешь. Ой, не зафармила крипа, я такая опасная. А, кольцо. Шейкер просто какую-то ересь мутит. Ты бы это видел. Фиссуры типа ставит? Он даже не ставит, он просто выходит, я ему пару тычек даю, он обратно в лес заходит. Потом примерно на секунды две опять выйдет, я ему тычки. Да, он опять уходит. Все, ушел. О, идет опять. Ну, спектра немного так же. На фрифарме не могла даже зафармить крипов, потом Миран начала ее дамажить. Ну, как сейчас.
что-то она плохо фармит, что-то какой-то бред. Лучше бы сразу там тап купила и на это. Забыл, как я. Сейчас надо вспомнить. На радианс фармит. А она на фрифарме вообще? Она нормально фармит? Ну да. Или как донная? Ну я не знаю, попадает она по крипам, убивает ли она их. Пытается. Но Мирана близко иногда не подходит, поэтому она может фармить. Но она отказывается, наверное, от этого фарма. Вот сейчас не зафармила крипа, которого можно было спокойно зафармить. Вот еще раз не зафармил. На тапку что ли купить? У нас здесь шейкер на фрифарме практически. О, у него это прикольный сетик. Монах. Все равно мою круче на пудже. На аппарата можно вам забрать или вайда? Можно, но вот если б туз как бы среагировал вовремя, закатил, все это дело сделал. Да. Вот сейчас вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас ты ферстблот отдашь. Или нет? Фу. Хоть сделал его. Отлично. Ну, ты скарбы тоже забрал, но... Да нормально, нормально. Жалко, если ты будешь купол воровать, то Вайт в нем тоже сможет ходить. Я не буду у него купол это воровать, пошел он в жопу. Помню, какой-то Рубик воровал купол у нас в команде. И ставил его в нас. Ну, короче, мы сфидели много раз из-за этого. Хорош! Просто Рубик красава выдал. Что такое? Да просто ты пошнулся красиво. Курьер! А, все. Что-то план. Мидас нафармил Войд. Ой-ой-ой-ой-ой, Мидас. На шестой-то. Более-менее нормально. Да это можно отлично. Ну он, в принципе, на фрифарме. О, нету, 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 нет, спектра! Просто. Такие незаметные стрелы, Миран, конечно. Не то, что. Ну туск! Ну туск! Алло! Здравствуйте! Ну... Да. Он так еще он... и отошел после этого. Блин, там морфо дает с мудрской. Вам все, надо не фидить, надо стараться. Стараться спортить. Так, апнуть куру я не могу, потому что давай я апну. Зашкаливает. Интересно, что там морф на ферме? Сейчас посмотрю. Только не бедас. Пока ничего. Он, наверное, через фастлинку выходит. Пацан, или просто колечко для регенки купил. Да, меду ставить. Как спектра наш. Ну, у медузы там вообще. Ну, хотя практически то же самое. Я бы на месте этой спектрип купила фейзы, потому что она не может добить крипов просто. Просто жуть какая-то. О, красавцы. Тут было резко все. Пацан явно ничего не ожидал. Спектра такая просто. Я в шоке с ней. Я оставил ей катапульту. Отлично, дабл килл. Вы живете? Да. О, морфа там забрал медуз. Беги, медузка, беги! А, давай я меку соберу. А? Блин, не звонит туда. Лиза. Так ужасно все. Мне меку собирать нет. Ну я соберу лучше, или я гоню. Ну, значит, я через форстав, короче, играть буду. Все, все, больше я не буду никогда отвлекаться, что вы там делаете, а то я просто буду фидить. И все. Миран ушла. Блин, вот бы она фармила чуть лучше спектра. Пойду от воды по делу, что ли, я ведь саппорт там какой-то. Миранка ушла. А что случилось-то? Что? Я телекинез на него провязал, а он даже не изанулся. Какой смысл? Ой, блин, сейчас бы убил. Промазал пацан. Угу. Блин, спектра нет! Баг с телекинезом какой-то был.
Или просто анимации не было. Иди в кусты! Господи, она выжила. Там шейкер стоит. Блин. Просто я боюсь, что он сейчас фиссуру даст в спектру, и она умрет. Блин, мне так страшно. Беги, беги, беги. Блин, ну! Ой-ой-ой-ой, войд идет. Чё, там шейкер у вас еще? Да-да-да. Ну, мне кажется, в спектре хана... Не, хотя спектра даже выжила. Похили ее. Я иду. Я... Блин, спектра просто так встала, что я под стрелу опять попала. Блин, часть... Варч не прокачал. Точнее, небо прокачал. Ну дай ты ему! Я боюсь, сейчас стан словлю от шейкера, и она пустит стрелу. Ужас. Что там, Тускар? У нас вроде... Нет, Тускар нормальный, но как-то ему не везет. Ну просто невезучий. Догнала Миран. Тускар. Тут... Шейкер ушел. У тебя вардов нету? Нет. Я купил их. Ну, правда, не ставил. Давно купил, кстати. Выложи. А, ну хотя ладно. Я тоже ненавижу. Вот если я сейчас приду, там толку не будет. Их опять трое. Сделайте ТП наверх, пожалуйста, кто-нибудь. Нет, 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 нет. Фух, фух, повезло, я увидел эту стрелу. Ладно. Не есть вард, но только стан нужен. Мне этого не хватит. Ой, спасибо, так теперь могу. Там четверо. Там так, ульта, вроде. Ульта у меня. А, инвиз. Мирана, ульт, уходи, спектра. Разве? Да-да-да, был. Уже все. Давайте заберем там ши. О, нет, нет, нет. Ой, хотя бы. Отличный ульт сделался. Просто всех замесил. А шейкер как выжил? Да шейкер он там где-то дал эту фиссуру сразу. Ой, как. Блин, то вообще этот морф со своей вот, этой перекатом калит. Нет, меня. Я вроде видела то, что, короче, шейкер умер от моей люты, но что он не умер. Ну дай ты. Ну господи, ну уходите, сейчас вы сдохнете. Лиза, смотри, сейчас тебя там. Я бегу, бегу, бегу. О, тут еще ТП ходится. Смотри, сейчас копье будет. Стрела, точнее. Господи, почему я называю это копьем? Я только хилю все, хилю и хилю, потому что маны нет. Уходите, прошу! Стрела! О, господи! Нормально все. Прям замансило дико. Фух. Аркан, аркан, подожди меня. Ой, мне теперь настало. У меня, короче, этот... Заморозка аппарата есть. Отлично. Ой-ой-ой, сейчас бы не ультанул он сюда. Парень этот. Пойду варды поставлю. О, опять стрела, господи. Слава богу, она, короче, не долетела до Тускара, то есть остановилась и все. Тускара. Тускара, да. А чего у нас начался какой-то тимплей в пятером, я не понимаю. Не знаю. Все медуза, медуза ничего особо-то не нафармила. Ну, нормально там. Она типа фаст линка. Ну, кроме там. О, нет, только не ульт. Фу. У меня вард есть, но маны нет. Живите, живите, хили, 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 хили. Господи, кому-то что-то прилетело. Ё-моё, я ману не залил всем. Ну, ничего, ничего. Давай спушим, короче, их.
Да я хилю тут всех просто, не ходит. Он мне сейчас аркан. Сейчас я. Давай, подходи сюда. Вот, черновард есть, но сан нет. Давайте пьем. У тебя ульта есть? Да-да-да, есть. Она еще была, когда вот тут парад убили. Ну, значит, я, короче, сейчас форстав варю себе. Или, а, нет, да-да-да, форстав, все правильно. Хотел барабана, ну ладно. Может, у нас кто-нибудь из терпильных наших эри-героев сварил барабан. Мне просто главное собрать вот этот Shadow Blade амулетик. И все. Или БКБшечку там, чтобы ульт не сбивали. Там, в принципе, только стан от Шейкера. Мирана, аппарат заморозка. Ну, в принципе, может, он не успеет, потому что вы его разберете за месяц. Я могу ультануть. Ну, не страшно. Ай-яй-яй, сраный ты Шейкер. Все, уходим. А, нет. Все нормально, нормально. Медуза, о господи. Вот, морф палится. Что это такое? Как он? Я спасу, спасу. Я живой, живой, живой. Все нормально. Да, блин, у меня не хватает этого. Ранжи моей. Да господи, он когда-нибудь сдохнет, этот морф. Вы убить морфа не можете. Вон, мана закончилась. Отлично. Все, и хил закончился, мана. Давайте, забиваем, давайте. О, господи. Она прыгнула в мид. Не видел я это. Все, я на базу. Фу, я вспотел аж, на. У меня локоть уже отстал. А. Блин, зачем я ногу на ногу сижу? Это очень плохо. Ноги, короче, перетекают одна, кровь меньше. А я вообще как йога тут на стуле на этом. Не, это я, капец, конечно, какой-то. В шоке то, что я не умерла в этом замесе. Я сам в шоке, как я там выжил еще. Я думал, все, точно скопытился. Там морф еще пытался меня кирнуть. Ну да, я видел, он там этот. Вот говнюк замансил. Блин, я тупо все сбила. Ладно, бегу, короче. Я вард сейчас. Там он туск догоняет Шейкера, пойдем быстрее. Я на базе. Или это наоборот туска гонят, я не понимаю. Я не понимаю, что. Вот закатился бы сейчас с тобой, или первый там. Ну, вот это уйдет. Блин, недолго еще бежать. Фига ты просто. Жокни его фиссуру, был бы красивей. А, давайте, да, у меня обычная фиссура бичевская. Жизнь боль. Обычно, когда хуки у Боджи воруешь, они типа ихние. Там ДК даже. Ну, я понял. Типа тебя ДК, на самом деле. Он летел. Рубик с ДК хуком. У меня бичевская фиссурка. Ай, беда. Не, я когда играю за Рубика, у меня вообще не получается играть. Ну, точнее, всегда не, Рубик, я проигрываю. Он такой имбоватый даже в некоторой степени. Потому что, во-первых, ко всем скиллам практически доступ есть. На мид надо там морщиться. Просто не нужно экономить. Он, допустим, совровал за игру один скилл какой-нибудь и бегать с ним. Ой. Ой, какой ульт не попал, по-моему, повезло. О, стрела, стрела! О. Regrettably, your middle tower is under attack. Блин, у меня нету этих сентрей сраных. Мне тоже нет. Надо будет купить. Сейчас я приобрету. Ну, сейчас мы пропушим. А я досы куплю. В принципе, я мег лучше соберу. Так. Стрела. Your middle tower has fallen. У меня нет, аркан мне давала там несколько секунд. У меня 20 Блин. Секунд еще. Ну это 2, ну ладно. Фиссуры. Вот я хочу у Шейкера и Хаслэм его своровать, я бы вообще раздал. А я видел, короче, видео, где Рубик своровал сначала ульт Энигмы, а потом Рэвич. Да, и я видел еще, когда там Магнус и Тинкер было. Ну, у тебя фолловый, я все равно мана, ничего страшного. Похиль там все. У тебя 2 норм. Копье. Почему я называю его копьем? Она умрет, должна умереть. О, господи, у меня мало хп, аркан добился.
Да блин, ну что это? Ну господи, умри, морф! Ой, я минус. Да морф вообще с этой перекачкой своей. Морфа. Он морфа еще убейте. И убежал. Не, это без толку. Это просто, морф это имба какая-то. У него линкаур. Закупись перед смертью, умрешь. Он не успеет. Хоть рецепт бы купил. Минус 5. Вот, еще трипл килл забрал. Тут плохо. Вообще ужасно получилось. Да это... Больше всего оно будет... За морфом не гоняйтесь. Пытайтесь убить сначала кого-нибудь полегче. Надо ману как-то выжигать. Надо было инвокера пикнуть. Так, ладно, продам это все. Да, вот ЕМП бы здесь, конечно. Не, ну там Войт что-то экономил еще купол так долго. А он в ульте медузы был. Он стоял, я морфа. А, я понял. Я тоже такая думаю, что он купол не ставит. Жду, жду купола, чтобы как... А я у этого морфа только волну эту своровал, и он меня вторым скиллом своим. Блин, главное, чтобы морф не собрал Этериал, а то мы с тобой будем просто... Помогите, помогите! Да там нормально все. Да мало ли, это морф. Это репликейт там еще. Ужас. Не словить бы сейчас опять стрелу какую-нибудь. Я вообще забыл про Войда, то, что у них он есть. Да, я тоже забыла, чё-то. Он просто там за месси не был, фармил, наверное. Кстати, что он нафармил? БФ вроде есть. Ульт Мирана, ульт Мирана. Мирана ультанул. Ах ты ж говно, ну ё-моё! Your bottom tower is under attack. Да, поднимите его, чтобы он не смог перекачиваться. О, господи, тут еще. Мать опарный. Моя женщина. Беги, беги. Excuse me, but your bottom tower. Беги навстречу вот сюда, вот да сюда. Да я нормально ушел, у меня же. Там Войд! Ух ты, ё-моё. Куда крипы пошли? Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Отмороженные. Скриптератом надеюсь купила. Часть радика хоть. Я не успел Хаслэм своровать у Шейкера, там где вообще. Да вообще он в инвиз сразу шел или сдох. И у меня опять сентри лежат. Ты их не втыкаю. Вообще зашибись, играю просто. Лучше досты купить, там поражать, а не ставить. А я с вардом хожу. Отлично. Телепорт сделал сюда и поставлю там вардец. Чтобы там спот заблочить один. Войт не мог фармить. У него чисто одна линка. Мне кажется, они в пятером играют. Возможно. Не, навряд ли в пятером, конечно. Но вот четвером, втроем это точно. У нас медуза в лите Войду лицо сломает. Если она нафармит, очень хорошо. Не, ну смотри, вот у морфа чисто одна линка. У медузы фейзы и практически линка. Ну еще абазилка плюс. Ну, у нее ульта очень хорош. Она ее спасает иногда и щит также. Щит просто невозможно пробить. Стрела, стрела, это? Стрела, стрела. Блин, я умерла. Беги, медузка, беги. Да морфай бесполезный. Вот бейте там аппарат какой-то. Медуза, беги, медузка, беги. Я ее форстафну еще. Отлично. Блин, надеюсь, вы убьете морфа. Прошу убить морфа, прошу. Отлично. Красавца. Аппарат еще можно. Ай-яй-яй-яй-яй. Охренеть. Откуда же они взялись-то? Войд. И своими иллюзиями заблочился. Хоть аппарат забрал, не Войд какой-нибудь. Войд меня убил. Не, я до Мирана вроде убила. У нас лейт получше будет. У них один Войд, у нас Спектра, Медуза. Нет, Туск. Если морф нафармит Этериал Блейд... А, у них же еще морф, точно, я забываю. Хотя, я помню, выиграла игру. А, ну мы тогда выиграли. Не, ну ты погляди в фарм Войда, это мне страшно становится. Что он будет делать? Капец. Главное, чтобы он меня купол не поставил, тогда я вард поставлю внутрь. Тогда ему жопу будет. Ты почти меку сварила, да? Нет, я думаю, наверное, шадов этот амулет сварю. Не амулет, а, господи, госкептер.
чтобы он не бил. Много уж там физдэмэджа улетает. Нужно как-то предохраняться. Не, я хочу амулет сварить, чтобы если вот как вот тут вот замесишь, чтобы Миран меня не могла убить. Ну я понял. Прям там только стан, если сыру залетит, тогда да. За морфом вообще смысла нет гоняться. Он когда перекачку включает, у него практически дэмэджа нет, скорость атаки тоже нет. И мана от линки идет. И, просто... блин, он живучий становится, но толку от него в замесе вообще никакого. О, отлично. Иди от медузы подальше. Даст ты сейчас за юзу, даст ты, нажимай! Да там сентряк стоит. Все. Вот и все, вот ты Войт. Бейте, убейте там кого-нибудь. Медуза, блин. Спектра идет. Бейте. Отлично. Ну хоть спектра забрала там. Нет, я не поняла, почему медуза стояла, когда ультанула все. Она могла. Да, она что-то засала, кажется. Слегка. Нет, у меня вот там просто крит какой-то вылетел бешеный. Меня уже 5 раз физил. Целых 5 раз. Нормально, мы саппорты нам можно. Ну хоть как. Ой! Медуза! Там без шансов. Она сейчас еще и умрет. Зато вышку забрала. Вообще размен гениальный. Нет, там нереально от такого Войда убежать уже. Я пишу что-то в чате, пытаюсь сбежать. Морф там пушит. 5-5. Я такие вообще не могу сделать мой дамаг. Мне надо что-то на выживаемость. У меня один только фурстав. Мне надо как-то... А, госхептор точно. Нет! Хиль себе. I hate to inform you that your top tower is under attack. Бред произошел какой-то. Что нет, ни ботинка, ничего, а нет, ПТ есть. На силу, ПТ на силу. Ну то много, конечно. Ну давай, догоняй его. Закатывайся. Сразу ульт. Хватит, я верю в вас, вы сможете. Куда ты пошел? Ну, шейкер убить. Ну, шейкер засейвил, получается, своего тиммейта. О, все, он минус. Да что за бред? У него вообще мало хватает. Говнюк такой. Поймай меня, если сможешь, называется. Ну, он как бы сам живучий. Да, вот это его перекачка меня вообще не бесит. У него столько эскейп-скиллов там. Ульта его может. Кстати, да, он вообще репликейтом нормально еще не пользовался. Он только Мирану, если там. Нет, вот если спектрон сворует, то это будет, ну, не очень, так сказать. Потому что я там это... Радик. Ну, спектрон не... хорошо нафармил, так нормально. Потому что она умирала. Ну, вангвард тут как бы, не знаю, не очень, мне кажется. По крайней мере, уже на 25-й минуте он. Не очень смотрится. Блин, мне очень страшно. Я лучше с медузой буду всегда ходить. Мне нужен 11 уровень хоть, чтобы ульта была побольше уровень. Я все 10-е хожу, все там 13. Надо было, может, Омника пикнуть, если спортить в спектре. У нас туз, короче, собирает алебарду. Затыкать будет он этого чувака. Блин, что-то... Смотри. Ульта, походу. А, не. Так, рот забрали. Отлично, она даже не смогла ничего дать. Давайте. Вообще шикарно просто подрались. Я стан еще дала, там летает стан. О, маны, зайдем тьма. Нет, ну, всегда меня, первый. Ай, блин, купол, говно. О, я годлайк сбил кому-то. Я купол сворал, зачем, непонятно.
сейчас поставить купол. Ну ладно. Блин, меня всегда убивает этот Void. Лучше бы медуз там убивал. На, вот, получи. Как это опасно. Вообще опасен, гангстер. Ой, как-то потная каточка немножко. Я буду хекс варить, и я не знаю, чем этого Рубика больше контрить. Хорошо, что он меня не цепанул, я его там на несколько секунд еще поднимал в телекинез. Может, и в принципе тебе, блин, собрать. Ну, это уже, как бы, знаешь, 2к голды. Ну, не знаю. БК-бэшечку. Да я и хекс сейчас буду собирать. Да, выгони хекс там на Марфу какого-нибудь повесить. Да не только на Марфа, на Войда. Или на Войда. Или на Миран. Ну, на саппортов нет смысла особо. Мы их разбираем быстро, особенно туск. Блин, ну вот я уже, по-моему, 3 раза в куполе умерла просто. Так он, естественно, он правильно делает. Он сначала саппортов забивает таких хиленьких. Потом уже как бы... Меня забивает. Почему всегда я в куполе? Почему? Жизнь боль. Все, у меня есть мека, наконец-таки. Рецепт смог. Что, нету? Недостаточно золота, мне пишут. Пишите, мека? Недостаточно. Ну, отлично, ладно, хотя бы. Хотя бы мека. Хотя в куполе она меня не спасет. А если сейчас купол на Марфа поставлю, это норм будет? Это норм, то что у меня было 2 рецепта меки? Отлично просто. Я счастлива. Кажется, она у меня уже была, но просто кто-то куру, наверное, отменил, и я забыл ее взять. Ну как тогда с дезолятором? Морф куда-то убежал. Ну ясно, он уже, он чешет. Он собрал этот доминатор. Мне срочно нужно это, от этого купола избавиться, иначе я поставлю царского очень. Перекачку свару. Там крипа поднять. Да просто. Перекачку, от них перекачку сваруй. Да ладно. Она бы тебе помогла в критичных случаях. Давай, давай, перекачку. Давай, ты сможешь, я верю в тебя. А-а-а! Миллиметраж, у меня мимо уха копье это пролетело. Лол, почему я могу тут пройти? Ну, читерша. Я не качала читы. 2к голды у нас у этого. Медуза? Да, у сумасшедшей. Она уже купила. А, она будет, знаешь, что варить? Эту? Блин. Ну, я... Орб. Да, я понял. Ну, в принципе, можно было бы там... Ой, чуть-чуть. Скади, короче, это. Ну. Да, Скади. Войд. Нет. Получи, засранец. О, репликейт. Изи. Просто. Я почему-то так подозревал, зачем этот Войд бы пошел так вот в наглую, в тупую. Ой, я... Я просто... Это летит стрела. Копьё вот стрела. Это уже настоящий. О, все, отлично, тускарь перекрыл, но... Мек вообще, что-то... Ну, такой посыл. Меня морф просто забил. Я нажала все просто, что может. Плохо, конечно. Тебя... Да, но... Как он меня бесит. Да не меня все бесят. Тут зачем из спектра пришла сейчас? Сфидить, наверное. Ну хотя сейчас можно подраться, вот. Вот давай, хоть Марфа там заколоти, что-нибудь сделай. Если она не убьет Марфа, то что? Убила, нормально все. Можно даблкил сделать. Или трипл. Ну да, трипл можно было. Да Мирана лол тоже. Да они все лол хп остались. Медуза, блин, так попала в купол неудачно. Я еще не успел мне, как обычно, дать. Да плюс без твоей ульты дрались. Ну да. Но она сейчас есть. На репликете кто-то спустил ее. Да это, мне кажется, слитая катка уже. Почему? Есть надежда. Не знаю. Что-то вот мне Войд вообще... Спектра фармит там отлично. Мы не можем ни Войда, ни этого сраного
Так посмотри, сколько денег у Спектры просто. Что она сейчас купит, мне интересно. Тарасочку, может, какую-нибудь для ХП. Или там диффуза. Не, диффуза уже навряд ли. Тараску, скорее всего. Да, типа фармить бедного саппорт. Я... да. По телефону. Я спрашиваю, что ты варишь, по телефону говорю. Ответ хороший. Гениально. Ну, он медуза пишет, сердце варит. Да, у сердца варит. Да. Ну это норм, норм. Надо медузе бы тоже вот этот. Нет, я забыла сварить, что. Ладно. Можно ей бабочку еще потом собрать, в принципе. Хорошо, блядь. Мирана, Мирана, ну господи. Вот сейчас я с копьем-то с этим повеселюсь. Если попадешь. Блин, мне страшно, сейчас какой-нибудь войт там, такой купол и все, я опять минус. Войт вон. Давайте морфа или это репликейт какой-нибудь. Хотя морфа может быть репликейт. Я попала до стали? Нет, я не знаю. Нет, попала, попала. Your bottom tower is under attack. Давайте одного морфа забиваем сетимой. It would appear that your bottom tower has fallen. Пешься вот в эту. Войт, войт на... Ну! Ну что это такое? Чё это за лип? Вот сейчас придёт, войт. Ой, господи. Войт в лесу сейчас в нашем... Ой, не в нашем, а тут. Просто он пошёл. Войда-то мы заберём все, вот, втроём хотя бы. Это на изичах. Вот он, давай. Купол... Да, минус я. Ну, как обычно, в принципе. И прикинь, бэктрек работает у него, как часы. Просто. Спектра, откуда он такая? Просто нет, бэктрек. Человек, курьер. Я спасла курьера. Я спасатель. Спектра, у тебя же Тараска, иди. Как я закосячу. Я думал, это ты закосился. Там вот лол хп ушел. Ну не лол, почти. Лол? Почти мало. Лоу, 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 лоу. Ты как Олег. Олег говорит лол хп. Типа что, меньше говорить. Я умерла 8 раз, и это просто плохо. Нормально. И аркан зависла. Походу, не видать мне Хекса этого. А мне бы хоть что-то было. О, здравствуйте, медуза. Что там? Ну, почти. Все нормально, почти скажи. Мы верим в тебя, медуза. Ты затащишь нашу. О! Это репликейт. Нет, это не репликейт. Ульт, ульт. Ну почему? Его ну, ладно. Фух-фух, живем, живем. Я бегу сейчас этого морфа забьем. Морф так подставляется. Есть в центре там что-нибудь? Да. Только... Ой, офигенно, я все делаю, конечно. Кнопки перепутал. Да... О, все. Ульт поставил и купол в меня. Только не купол. А, купол. А, у нас спектра еще ливнутая. Отлично. Надо спектру увезти хоть оттуда. Хотя можно помочь там немножко. Да все, там без разницы уже. Ужас, что я сделал. Хотя госкептор просрал, да. Не, я нажала ульт и просто специально как будто купол поставил меня именно. Ну вот это просто. Да там смотри, БКБ уже, все, БКБ, Мидас, ну Мидас это так, да, Дейдаус, молния, это уже неубиваемый войд. Да, очень сложно. Ну если Медуза там как-нибудь что-нибудь делать. Ну мы, конечно, зарачили там, спектру не увидели, что она отключилась. Я вообще не видел, что она ливнула.
Я тоже. Надо было брать все-таки этих. Да нет, блокеров. У нас должен был лейт просто зарешать, но как-то не особо решает. Вот Медуза уже долго живет, даже от этого Вайда очень долго живет. Еще бы Спектра даже с нами подралась, хотя бы двоих, может быть, убили бы. Хотя навряд ли, потому что нас неловкое положение такое поймали, когда вот именно. И ульта твоего не было, потому что Войта. Я нажал и купол сразу. Да, вот. То есть. Они на нас охотятся. Почему-то я думала, что он поставит там тускара какого-нибудь, а не на нас. Двух саппортов, хиленьких таких уже покоцанных. Ну, в принципе, там он меня стычки снес. Не фитьте спектрой, пожалуйста, люди. Ой, я могу паузу нажать. Так, я посмотрю. Так. Надо посмотреть, есть им. Этот пользуется. Да, это что-то пользуется. Не настроил свой профиль. Да, да, да. Господи, как это возможно? Профиль Доты, мне вот даже страшно открывать. Ага. Круто. Че там? Первый там, уровень? Там я не знаю даже что, ну комендов там вообще практически и нет. 1-1-1-2. Пока глиф не ставим. Пусть Войд придет. Это вот видишь, они не сломали. Зачем? Ой-ой-ой! Кто это спектр управляет? Ладно, это репликейт в любом случае. Ну да. Ну или аппарат просто идет. Попробуй просто. Это репликейт, репликейт. Почему тогда репликейт бежит? Ну, по ХП у него столько же. Да ё-моё, иллюзия. Изи. Блин, ну спектра, ну алё. Ты наша надежда с Медузой. О, фух. То бедные саппорты хиленькие, ничего не затащат. Ну если ты сваруешь там какой-нибудь там ульт шейкеры. Да шейкер что-то вообще у них не появляется. Да ну ультует как-то и не понимаешь, что ультует. Блин, так хочу амулетик. Этого никогда не произойдет. А толку? Там купол в основном решает. Ну да, вот, вот этот купол и все. Удачный купол и ГГ, ВП. Можно гибнуть. Не было бы купола, мы бы уже порешали как-то. Да, если бы тут Вайда не было, вот одного. Не Войд какой-нибудь там. Не знаю даже, кто может быть. Мне кажется, это репликейт Войда. Не-не-не, это настоящий Войд. Хотя, да, репликейт, вот тут Морф остановился. Это репликейт. Это настоящий, не бейте. Все скиллы надо дать. Хоть ульт там не дали какой-нибудь. Вот это настоящий уже. И там. Надо что-то мне своровать. Yes. Через 200 голды у меня будет амулетик. Морф, морф, забиваем, пацана. Есть там? Нету, 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 нету. Как раз таки хотел. Блин. Ну ладно, 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 все нормально. Мне кажется, не хварду. Поэтому я буду стоять тут, чтобы купом. Да-да-да, уходить. Да. Блин. Может, на голодный желудок не надо играть? Это не очень удачно. Нормально. Сейчас затащим. О, нет, он идет ко мне! Прошу, 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 прошу. Уходи оттуда. Успеешь. Я боюсь, вдруг он там что-нибудь даст мне какой-нибудь стан. У него и зерял. И зырял. Все, бежим, бежим. Он одну точку тебе даст. Там наши дерутся. Дерутся, они с репликейтом дерутся. Сейчас их разведет же на изичах. Подожди, стоим вообще вне. Да. Чтобы, если что, нас купол не задел. Потом кинешь банку, я подниму его. Главное, чтобы это все как бы не накладывалось друг на друга, чтобы он подольше. О нет. О нет, он нет. Нет, а, меня уже там.
вообще ничего не смогла, встань с тобой. Да все там вообще изи. Ну да, это все. Мы даже Вайда не смогла. Че нет, ты там рассыпалась как просто, не знаю что. Your middle tower is under attack. Just thought you'd want to know. Я не понимаю, что Медуза пишет. И глифа нет. Просрали на реплику этого. Аппарат. Но это минус две стороны минимум. Хотя, да, да, минус две стороны точно. Может и три. Нет, ну, видишь, вышка стоит. Так я-то все равно ничего не сделаю с тобой. Вот-вот уже все. Все они пойдут на третий и все. Я не пойду одна. Он бабочку варит. Кто это все будет, да. Я только не понимаю, почему он БКБ не включился. О нет, сейчас купол какой-нибудь там залетит. Но они уже под фонтан, там тролля. Я даже ульт. Сейчас воровал. Стрелу. Не могу ульт поставить. О, Миран! Regrettably, your middle tower is under attack. Ну господи, ну ничего не успеваю прожать. Я спасла Туск своей жизни. Да без, бесполезно его убить, он не контрится вообще ничем. Да у него пассивка как-то вообще бешено работает. Медуза вон даже не может его забить. Медуза, давай, ну Медуза, тычка! Let's hope that's the worst of it. Там еще и морф с Дагона. А толку? Он тебя сейчас с прокаста убьет. Your middle tower is under attack. Я мек и ничего не успеваю. Я жму кнопки и понимаешь, что я встану. МКБ от этого не спасает, ок, да. Just thought you'd want to know. О, господи. Godlike! Your ancient is under attack. Да вообще. And I'm not feeling so well myself. Блин, не хочется, конечно, лузовые карки выкладывать. Печально. Я так называю, доиграл. Почти такой же закуп. Ну вот втроем, пацаны. Ну шейкер да. Там, да, 0.8 это вообще. Ну зато ассист. Раздал. Как царь.